Такой, ну, матч, конечно, интересный. Для тренеров это, конечно, нервы. Вот. Рады и ничьей мы. Результат в целом нормальный. Ну, конечно, я 2-0 уже. Может быть, хотелось и большего, но в целом я считаю, наверное, справедливый результат. Мне так показалось, по крайней мере. Такой перелом во втором тайме – это заслуга хозяев или вы не доработали? Ну, я думаю, безусловно, хозяев, конечно, ну, очень добавили. Хотя упростили игру, там они в конце первого, уже там второго большого выпустили и стали так подгружать, прилично там подбирать. Вот. Но, конечно, заслуга хозяев наша, что мы не смогли разобраться, конечно, такое какое-то, ну, просто было вот минут 15 безумие какое-то коллективное. Это, конечно, вот расстроило. Но рад, что все равно вот до конца не развалились. Это все равно где-то после второго гола выровняли в целом игру так. Ну, как-то, хотя еще было там пару моментов у салюта, но и где-то у нас в концовке тоже так пару моментов было. Ну, и поэтому, ну, считаю, в целом, наверное, справедливо.